Ребята, всем доброго дня. Мы продолжаем говорить о проекте Impala Coin и разберем, в общем-то, как они будут строить надежную криптоэкономику. Так вот, важно понимать, что данный проект сотрудничает с Sumi Technology, и при этом они предоставляют вам Android POS на базе блокчейна, который позволяет продавцам при этом покупать, продавать и принимать криптоплатежи как для мобильных, так и для карточных, собственно говоря, носителей. То есть есть тут криптокошелек, традиционный мобильный кошелек, можно продавать криптовалюты, покупать их, есть оплата в криптовалютах и QR-код. Ну и здесь мы видим, как это все выглядит уже в, скажем так, цифровом виде, а не в текстовом. Также данный проект строит надежную криптоэкономику, то есть, как я и говорил, данный проект ориентирован на Африку, и Африка является континентом, который богат человеческим капиталом, а также талантами, предпринимательской стойкостью и минеральными ресурсами, и является домом для одного из самых быстрорастущих средних классов в мире, который оценивается примерно в 350 миллионов человек. Согласитесь, это довольно серьезный показатель. Несмотря на то, что уже достигнуты большие результаты, Африка при этом обременена слабым экономическим лидерством, также валютами, которые трудно конвертировать, и старыми колониальными границами, которые были установлены для администрации, а не экономических рынков, и несовместимы они с ростом крупных коммерческих рынков, таких как, допустим, Комеса. Также низкое банковское и страховое проникновение затрагивает 70-90% небанковских в Африке, и это приводит, как следствие, к процветающему неформальному рынку обмена денежных переводов, который в значительной степени определяется денежными средствами, и при этом это обеспечивает международную торговлю. Также наличные деньги рискованные, дорогие и ограничены с точки зрения роста кредита, финансовой доступности и оптовых закупок. Что же они предлагают? Какое решение? Это реагирование на возникающие потребности в рамках внутриафриканской торговой интеграции. То есть существует настоятельная, в общем-то, необходимость объединить все эти страны и привести их в общую внутриафриканскую торговую и финансовую платформу. То есть в настоящее время ECM создает крупнейший в мире автономный онлайн, соответственно, блокчейн, который опирается на цифровой банк или финансовую сеть, которая станет ключевым фундаментом для создания трансграничной экосистемы параллельно с продолжающейся деятельностью по созданию криптоэкономики. Также ECM будет сотрудничать с другими игроками в сфере логистики, вот, и, соответственно, при этом они будут развиваться. Также, если говорить про цель данного проекта, это преобразовать, упростить и демократизировать транзакционную банковскую деятельность и торговую банковскую деятельность в Африке и на развивающихся рынках. То есть достижимая цель проекта Impala Coin состоит в том, чтобы стать, по сути, новаторской ведущей криптовалютой трансграничной торговли, которая обеспечит международную торговлю внутри Африки и между Африкой и ее торговыми партнерами. Ну, естественно, что цель достаточно крупная и глобальная, и как же ее будут исполнять, возникает логичный вопрос. Так вот, для достижения этой цели крайне важно развернуть криптобанк или финансовую сеть на рельсах крупнейшей в мире автономной и онлайновой сети экономических экосистем блокчейн. Банк или финансовая сеть будут связаны между собой и будут взаимодействовать с банками, также кошельками мобильных денег, также криптовалютами, поставщиками платежных услуг, также платежами торговых агентств, также еще почтовыми корпорациями при помощи собственных мобильных точек продаж и партнерских терминалов. То есть видно, что они подходят комплексно к решению данной ситуации, и, безусловно, это заслуживает как минимум уважения. Ну, посмотрим, что из этого всего выйдет. Далее есть информация про целевой рынок и потенциал, но это отдельная тема, которую лучше не мешать с тем, что я сегодня рассказывал в данном обзоре. Ну что ж, на этом тогда я с вами прощаюсь и до скорых встреч уже в новых видеороликах.